Если говорить о деньгах, то, альхамдулиллах, никогда в жизни я не брал никаких денег за свои книги или же видеолекции, или же работу, да и вообще служение исламу. Все мои лекции я всегда провожу бесплатно. Книги, издаваемые нашим фондом, распространяются бесплатно. Есть разные издательства, которые печатают мои книги и выставляют их на продажу. Но продажа книг не является харамом. Я даю им разрешение на копирование моих книг, их печать, и они имеют право продавать их или же раздавать бесплатно, по своему усмотрению. У меня с этим нет никаких проблем. Если кто-то печатает мои книги и продает их, то это намного лучше, чем продавать какие-нибудь харамные книги. За печать исламских книг, иншаллах, вы получите саваб. Но что касается лично меня, то я никогда не продавал своих книг. Если мы распространяем мои книги, то делаем это абсолютно бесплатно. Я также не требую выплат за авторские права, несмотря на то, что мне предлагали огромные деньги за авторские права. Но я сказал нет. Я не могу вам дать эксклюзивное право на печать своих книг. Если хотите, печатайте, но пусть и другие печатают.